Всем доброго времени суток, мои подписчики. Часть первая. Resident Evil. Так, нам надо. Смотрите. Травку живительную можно, в принципе, съесть. Что тут у меня еще? Зажигалка не нужна. Патроны, в принципе, есть. А вот кран обязательно взять. Сейчас вот это возьмем. Ага. Ну, в принципе, наверное, все пока. Враги тут уже, дай боже, такие. Сейчас быстренько. Да, в прошлой части не очень мешали ловушки. Ловушки это в виде больших валунов было. Вот, в принципе, а в остальном-то никаких проблем не было. Ну, хантеры, да, их много тоже было. Ну, как бы это все уже знакомо. Знал, где находится, потому что позапрошлой серии меня просто они убили, я не рассчитал с патронами. И взял какую-то мелочь, по-моему. Так, не сюда. Что-то я напутал, куда мне идти-то. Так. А, вот. Все, вспомнил. Сейчас делаем так вот. Ну и она вертит, ее вертит. Очень долго придется, конечно. Три захода было. Есть контакт. Продолжаем. Тоже думал, где куда идти, потом все-таки понял, что вот это, наверное, вертится, и попробовал. Так, последний рывок. Такие мини-загадочки тут. Ну, можно, в принципе, травочку съесть, чтобы подстраховаться. Все, побежали бить неверных. Кто на меня? Никого, по-моему. Надо потише идти. О, да, комната пустая, по-моему. Офигеть. Даже как-то странно, что это у нас на полу. Вау. Неправильно как-то стоит. Или я. Смотрите, да. А если я вот обратно уйду, он вернется в нормальное место. Там, наверное, ключ какой-нибудь валяется, который надо взять. Или, скорее всего, даже амулет. Амулет. Которые вот я с собой взял, амулет орла, там еще должен амулет волка быть. Вот эти амулеты суем на втором этаже, там будет типа бассейна такого, фонтана. Ну, видите, все. Тихо. А какого хрена? Ну, опять я в него упрусь, и как бы непонятно, что делать, конечно. Как-то так, вроде. Хо. Интересно. Так, здесь. Вот это вот что такое у нас? Ого. Давайте попробуем вот так вот сделать. Вот так. Ага. Понял. Обратно делаем. Я и думаю, что тут не то. Все. Сейчас
сейчас все быстренько сделаем и посмотрим, что меня ждет дальше. Так, по-моему, вот так вот, да? Нет. Ах ты. Немножко не рассчитал. Ага, я промазал. Да что такое? Вот, вот она. Вот так вот, отлично. Теперь меняем позицию. Убираем. С этими, блин, то ловушки, то загадки. И я уже соскучился реально по зомбикам, потому что это такие враги, что, ну, интересно их убивать реально. Руки, ноги отлетают, нормально. О, да и они еще попроще, конечно. Ну что, блин? Давай двигаем вот так вот. Самое главное, чтобы я не переборщил, вроде попал. Нет. Вру. Ну. Есть. Ну все. Смотрим, что там такое. Ключик, наверное, какой-нибудь. А, книга. С книгой я знаком уже. Была одна, сейчас. Смотрите. Делаем. Классная книга. Вот, да. Амулет волка сейчас будет. Супер. Берем его. Вот так. Все, супер. Теперь можно валить. Самое главное, чтобы сейчас врагов новых не было. Потому что расслабляешься, когда вот такая фигня, и бац. Тишина. Все, идем. Идем на бой. Сейчас змеи только будет. А, нет, не сюда, да? Да-да-да. Сейчас все сделаем. И посмотрим, что меня дальше ждет. Кстати, там есть личинки. И немало таких, 4 штучки, по-моему. Так что это радует. Это радует. Ну что? Вон они лежат. Трогать я их пока не буду. Тут амулет волка надо. И как он выглядит? Амулет волка. С обоих сторон. Все, понял. Есть контакт. Дальше. Вперед. Ну что? Что-то бассейн наполнился, что ли? Или наоборот ушел? Ага, вот оно как. А, там лесенки, да. Ну. Пам-пам-пам-пам-пам. Давайте я тогда все-таки травку возьму. Потому что как-то благоразумно будет без нее идти. Первое. Зелень. Красную мы, конечно. Нет, это мне не надо. Ну, хотя можно смешать. Вдруг меня чем-нибудь отравят. Ладно, пока я мешать не буду, места хватает. Одно. А там смешаем, и еще будет больше. Так, теперь надо найти вход. Вот здесь, по-моему. Да-да-да. Ну и? Ага.
Поехали вниз. Вау, куда мы спускаемся, даже не знаю. Уже не помню. Спустимся. Посмотрим, кто там вообще нас ждет. Музыка опять такая жесткая. О, сундук, ящик. Супер. Просто кайфово. Это. Давайте вот это уберем. Чудо в перьях. Потом. Все же. Патроны. Дальше. Ну-ка, есть еще ли патроны у меня? Блин, неужто я так все истратил их? Смотрите, офигеть. Вот они. Мешаем. Есть контакт. Ну-ка. Ага. Теперь. Мешаем. Отлично. Но пока, даже если что, можно вернуться. Проверим. Дверца работает. Супер. Вау. Недаром я пушечку взял. Все, держитесь. Ребятушки. Раз, два, три, четыре. Он от меня далеко. Ну что? Жив? Жив. Блин, почему я мажу? Ах ты, две пулю выпустил. Гад ты ползучий. Он жив. Не жив. Три пули мимо. Еще блевотиной плюется собака. Раз, два, три, четыре. Блин. Да. Осечки случаются. И как раз вот так вот. Блин, да что же пустую просто патроны. Уходим. Не буду я проверять, жив он или мертв. Хотя он мертв. Аптечки. Кайф. Нет, пусть останутся. Блин, патроны очень быстро кончаются. Вау. Давайте все проверим. Еще один диск, да что же ты? Сколько вас тут? Так, ящик не открывается, почему-то плохо. Закрыто. Ладно. Нет, мне кажется, места мне надо все-таки освободить. Ну... Что-то джилка вообще попасть и не может. Сейчас, ребятушки. Третий диск получается у меня. Ага. И вот куда вот их? Даже не знаю.
собрать их. Я вот так вот сделаю. Патроны уберу пока. Что-то чувствую, что тут зомбиков много очень. Зомби. Вот так вот. Ну и... это я тоже уберу, наверное. Мощный мой пистолет. Ладно. Пока посмотрим. Базуку оставил. Музыка такая тут. Душающая. Так, что у меня в руке? Хрень в руке, да? Ну, пойдем вниз. Вау. Замерки и прилип. Ах, чё ж я на тебя-то истратил? Сукин ты сын. Ладно. Я думаю, он больше не встанет. Кто идет? У-у-у, братва. Тише, 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 тише. Иди сюда. Два, три, четыре. Бляха-муха, да что же вы такие? Обманщики. Опять лишние патроны, да? Все, хватит с вами. Ну, полежи-ка. Немножечко. Что тут обходит, да? Раз, два, три, четыре. Перезаряд. Правильно. Подниму ему. Блядь, руку сломал, по-моему. Вырвал. Или она такая у него была, я уже не помню. Еще кто-то ходит, нет? Вау, крыль. Угу. Ну, как раз на них и страчился. По-моему, даже пистолета не хватило патрон. О! Его насмерть. Ладненько. Сейчас проверим. Закрыто. Тоже закрыто. Да что такое? Столько дверей, все закрыты, значит, да? Вау, какая дверь интересная. Серьезный уже уровень-то. По-моему, здесь надо за компьютер сесть, если я не ошибаюсь. Или нет? Давайте проверимся. Какой-нибудь Т-вирус будет. Нечего тут взять. О, а вон компьютер, кстати. Да-да-да-да. Тут тоже, скорее всего, диск, да? Картридж какой-то. Картридж. Что у тебя сюда? Наверное, да? Нет? Неправильно. Ну и куда? Проверка так. Попадешь, не попадешь, ладно. Все, сейчас на компьютер включаемся. Ага. И включаем. Я помню паспорт тут, но сейчас вот, конечно, вспомним бы это все, как оно было. Больше 10 лет это было. Ладно. По-моему, так. Где тут? А, да?
если я не... И Молли паспорт, по-моему. Молли. Так, проверим. Ну, давай, давай, давай. Хрен. Ладно. А. Да. Интересно, а если логин неправильно? Молли. Мо. Может, две Л? Л-ли. Или Молле. Давайте так посмотрим. Анда Молли. Хрен, да? Ну, а? Да. Ле-е. Что? Молли. Ну-ка. Ах ты, ёб. Хм. Молли. А, да, если наоборот. Паспорт ада. А. Да. Ой. Ой-ой-ой. Так. Ах ты, Молли, по-моему. А, да. Сейчас вспомню, вспомню. Ох ты, ё. Я сначала попробую, потом загляну в эти брошюры, которые я находил. Ну, давай. Или с двумя L. Сейчас попробуем все. Нет. Нет. Ладно. А. Да. Пароль. Мо. Ли. Ну. Йо. Ну, давайте выйдем отсюда. Что ли? Фу, сейчас проверим, как оно пишется. Я думаю, он в одни из последних файлов. Хрен, да? Подставом. А здесь? О, так тут, тут вообще один файл. Это мы заготавливали его. Ну ладно. Как же, как же, как же? Как же тебя разгадать? А картридж вообще куда суется? Слайд.
точнее. Проектор какой-нибудь. Где-то должен быть пароль. Может, в дисках. Так, давайте для начала вот так сделаем. Ладно, ни к чему. Ничего не возьмем мы тут. Здесь у меня что, кстати? Ну и отдам Молли. А здесь нет. Может, вот эта вот фигня как-то работает? Хрен, да? Фуф, блин, да что такое? Так, что будем делать? Наверное, тогда на сегодня я закончу. А там вспомню про пароль и уже начну с этого. Так что спасибо, кто меня смотрел. Мы проходим Resident Evil часть первая. С вами был Михаил. Смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.